Внимание! Здравствуйте, подписчики! Здравствуйте, зрители! С вами я, Кирилл, и мой канал Кирилл Ржевский. Сан-Андреас, как всегда, блещет ясной и жаркой погодой, а наш главный герой Карл блещет смекалкой и выносливостью. Ведь именно эти качества помогают ему выполнять даже самые сложные задания. Благо сегодня Си-Джея ожидает одна из простых миссий под названием Dream Catcher. Си-Джей, какой-то ублюдок спиздил мою лодку. Я только мог заметить, что он поплыл на запад. Я, кажется, знаю, что это за пидор. Тут рядом есть дом. Его хозяин давно положил глаз на мою лодку. Поехали, разберемся. К сожалению, у нашего знакомого МС случилось несчастье. Украли его лодку. И знаете, самое приятное то, что наш зеленый приятель знает, кто это мог сделать. И он даже знает адрес воришки. Поэтому мы берем тачку и быстро направляемся к похитителю, пока он не уплыл на лодке МС далеко-далеко. Хорошо, что дом вора находится совсем рядом от места, где была украдена лодка. Я думаю, что МС частенько наблюдал за лодкой и заметил, как вор позарился на его транспортное средство. Нельзя медлить, так как осталось чуть больше полуминуты. И если мы не поймаем воришку, то лодку больше не увидим. Но я знаю, что такого не произойдет, ведь мы играем за Карла Джонсона, а Карл не сдается никогда. И никогда не бросает в беде членов своей банды. Эй, там моя лодка. Пошел нахуй, МС. Теперь это моя лодка. Убирайся с моей территории, пока я не позвал братву. Си-Джей, надо догнать этого олуха и надрать ему задницу за такое поведение. Итак, мы успели вовремя. Похититель как раз собирался уплывать на нашей лодке. Мы не можем это так оставить. Ну что же, садимся на быстрый Санчес и не даем уйти врагу. Неприятель позаботился о своей безопасности и натравил на нас членов своей банды. Но нам и это не страшно. Просто следуем за похитителем и не стреляем, поскольку можем повредить лодку. Он не сможет бегать вечно и рано или поздно возьмет передышку. Наша же задача – аккуратно держаться края берега и не упустить вора. Эх, пошли же нынче времена. Каждый второй человек ворует, а американской полиции, похоже, вообще наплевать. Им важны лишь две вещи – тёлки и пончики. Ну что же, злодей остановился и совершил большую ошибку. Эй, малявки, я же сказал, отвалите. Бля, он настроен серьезно. Пока он тщетно пытается нас убить, мы, чтобы не потерять время и не промахнуться, достаем снайперскую винтовку и стреляем во врага на повал. Ну что же, мы молодцы.
мы расправились с обидчиком и вернули лодку ее владельцу. Теперь МС может спать спокойно и ни за что не волноваться, ведь у него есть такой замечательный друг Си-Джей, который всегда придет на помощь в трудную минуту. А мы тем временем возвращаемся домой, под жужжащий мотор лодки и музыку Никельбэк. И на этом миссия будет выполнена. Отличная новость! У нас есть 50 тысяч долларов. И теперь мы сможем отремонтировать наш дом. И следующая миссия будет кое-чем новеньким. Так что не пропустите. А с вами был Кирилл и мой канал Кирилл Ржевский. Всем большой удачи и пока. Увидимся, друзья!